стала доставать коробку с грилем. И посмотрите, что я там обнаружила. Вот внутри коробки кто-то создал вот такие красивые домики. Прямо произведение искусства. Я так понимаю, что это какие-то пчелы. Или, вернее, осы. Красота. Вот не знаю, что с этим делать. Они сейчас пустые. Оставить их? Или выкинуть? Выкинуть жалко. Посоветуйте. И кто знает, напишите, что это.